Знаете, я по этому поводу тогда вот сейчас как раз нашел песенку, скачал. Сейчас мы ее послушаем. Эта песенка посвящается Бериллу. Просто Бериллу, вот, ребят, это по-любому. В честь этой песни у нас команда и назвалась. Чувства иногда у меня другое мнение. Верю, будешь каждый год, пусть хоть много лет пройдет, ты дарить мне дни веселья. Ландыши, ландыши. Просто ландыши. Что тут еще сказать? Нет, КАП 5x5 у нас Q1 завтра будет. Здравствуй, Мазила. Нет, завтра стримим мы этот КАП денежный. Так что ждите его завтра. Сегодня у нас АИМ 2x2. Не забывайте, что я в основном отдаю свое предпочтение ладерам, которые я представляю. Да, и вот за ТВ, правильно. Я мог это сказать следующей фразой, но ты меня... Правильно, Мазила, отдыхай, а если тебя не берут играть, это твои проблемы. Что-то как-то у меня не коннектится к серверу читерков, может быть, я неправильно что... А, ну понятно, почему. Я, как обычно, в своем репертуаре. Коннект-коннект дело. Взглянем, может быть, они уже там. Да, вы знаете, они тут. Рунук. Я не знаю, что их тут не... им не нравится. Рунук. Лампа, если вам нужен сервер, я могу только свой выделить, который только через Zblock работает. Аркон я могу сказать Смайлу, тогда вы будете запускать все через Аркон. Если да, то пишите в чат стрима, вот, тогда без проблем. Ну, Мазила, вряд ли ты ко мне туда пойдешь, Ваим, потому что у нас ребята играют реже, нежели читерки. Читерки у нас играют чаще, чем Озерсайд. Ну вот не знаю, пока я вижу только машню, задержка в 1.5 минуты на сервере Смайла.
Смайл у нас вот агакает. С сервера пофига, я не знаю, есть ли смысл выделять, потому что тот сервер, на котором все карты есть, он занят сейчас игрой 3x3. Так что ждем, где у нас все-таки решились. Чудесные сервера лиги, да. Ну, не забывайте, я, во-первых, написал, что сервера я не выделяю, я, в принципе, их не обязан выделять вам. Вот, а если раз тебя не устраивает то, что я не выделяю сервера, это ваша проблема. Приютишь с мягким знаком, ну ладно. Ну, за мапу. Смотрим, будут ли они резаться, что они все-таки решили. Да, в принципе, можно посмотреть, кто у нас кого закабанит. Лампа против Джесуса играют. Готовы покабаниться. Напоминаю, что оружие вообще надо скидывать, ну да ладно. Ать. Неплохо так. Эдак неплохо у нас. И все равно лампа его зарезала. У нас 4 карты. Минус Redline. Минус Tactical, скорее всего, вычеркнет у нас команда. Нет, вы знаете, мап, и остается Tactical. И я уже сам забыл, что я поставил. Ancients остается. Соответственно, если не меняется карта, у нас, скорее всего, Ancients будет. Ну что? Ну, что у нас? Решит команда четверки. Ancients play. Ну ладно. Тогда посмотрим как раз-таки Ancients. Надеялись, видимо, у нас команды все-таки поиграть немножко другие карты. А, соответственно, у нас хотели схалявить поиграть с Tactical, где все-таки больше на аркаду у нас можно рассчитывать. Роник убил своего мейта. Негодяй правое ухо ему прострелил. Ну что, смайл. М смайл. Вы знаете, или N, а, ПП. ППЦ смайл, понятно. ППЦ. Просто смайл у нас ППЦ. Попец. Все, готовы, ребят, мы смотреть. Закабанен у нас смайл. Но он, в принципе, это умеет, на самом деле. Это садится на нож. Мы это уже доказали. Гоу пишет смайл. Ребят, полуфинал ночного турнира 2x2 им, 49-й. Это столько же, сколько 50, но только на один поменьше. И погнали. АКД против четверки. Громко разговаривать, ребят, не буду. У меня дочь заснула, поэтому сори. Наверху у нас появляется команда четверки. Пока что один чайник у нас отлетел. Смотрим ли, отлетит ли второй. Им, по сути, надо простреливать с разных сторон. Вот в тело у нас Джессус забрал смайла и 1-0. 1-0. В присядочку пытался у нас тут Роник стрелять, и его забирают. Точнее, Джессус пытался. А Роник у нас как раз-таки забрал двух перцев из команды читерки. С дигла, вот это вот, это классно. Я, кстати, уважаю, кто на Ancients играет с дигла. Это классная пушка на этой карте. Почему-то ее мало кто берет и стреляет в основном либо с кольта, либо с калаша. Перестреливает снова смайла. Опять, неужели снова у нас лампа будет тащить смайла? Надо было все-таки смайла пойти да замениться, прогуляться, не знаю, там, поспать хотя бы. И сыграть Мазиле надо было дать. А, мне кажется, глупость сейчас сделали команда четверки, не дав Мазиле шанс. И Мазила скажет просто, а я же говорил. А представьте, как было бы интересно понаблюдать за ТВ, с Мазилой бы играли вместо лампы и смайла. Это ж так неожиданно было бы. Это же было бы так неожиданно. Но у нас пауза. Ну, опять мы не обходимся без пауз, ребят. Там шоколадками запаслись. Добивает 5-10 хп, говоришь. Ну да ладно. И зато я слышал, как на Ancients играл у нас Mozilla и немножко так нервничал. Лампа, ты что, его не видишь? Да как же так?
Тактикал играть. Все, вижу, Mozilla ругается. Так, что? Тут много написали, ребят, не успею прочитать, забейте на это. Все стримы, которые я проводил в последние дни, они ниже под нашим стримом. Все вот эти вот, даже вот New Wave с No Name, вчерашний 5x5, и Гуси No Name, обе игры игрались на трейне. Хотели, получите, смотрите. Продолжаем мы показывать игру. А смайла, да, действительно надо менять. Мне кажется, просто, ну, он просто переиграл. Вот со мной то же самое, на самом деле, бывает, когда я драчу это инферно, и потом сливаюсь под, ну, не знаю, всяким нулям. Я сливаюсь на этой карте, несмотря на то, что моя любимая карта, просто мне потом говорят, ты просто ее переиграл. И действительно так, я захожу на нюк, выношу 30 с лишним человек. Забыл я Steam отключить, сори, ребят, сейчас я быстренько отключу это, сделаю. Так вот, да, бывает, что просто переиграешь, и надо сделать такую ювелирную паузу, дать другим поиграть, потому что 6-0, ну, сами понимаете, не знаю, насколько четверки у нас заслуживают вот такого поражения, вот такого унижения. Присядочку у нас лампа стреляет, лампу забирает, не надо садиться. Ну что, смайл. Да, Роник пока что хорош. Роник. Какой это Роник, я, честно говоря, не помню. Надо будет посмотреть, что это за Роник. Опять лампа приседает. Не надо, Александра, приседать. Не приседайте вы на этой карте. Правда, если так вот бегая вот на тот вот танцпол, где сейчас Джесус, в принципе, неплохо приседал против Каннабиса. Смайл, найс. Ну, так. 3-8. По 3-8 у нас одинаковый счет, но 0-8, о боже, ребятки. 0-8, что с четверками творится? 0-9. Их просто под орех разбирают и плюсану команде АКД, они действительно заслуживают этой победы. Они неплохо играли в предыдущих матчах, я посмотрел, и 10-0. Мне кажется, сейчас просто на минус морали играют. Играет команда. Ну, посмотрите, ну что это за жим-то, да? У нас, я не помню, чтоб лампа так жала. Это уже просто от бессилия, потому что Смал не захотел меняться. О, вообще, конечно, жесть. Да. Смайл толстый, видим, лампа ругается, не блочь, говорит. Жирный смайл просто мешает. Смайл надо было просто выйти и дать лампе одной затащить. Это у нас не лонг, у нас все-таки меньше шансов. Кстати, смотрите, смайл-то у нас больше фрагов имеет. 13-0, ребят, это никуда не годится, поверьте. Это же полуфинал. Что же вы творите? 7 хп, должен забирать, да, забирать. 14-0, ребят, это просто unstoppable, это unreal. Я не знаю, как еще это назвать, какими эпитетами у нас просто, ну, в нулину, вы знаете, ну. Ну в нули, ну просто 15-0, и Смайл, тебя просто бросят как ненужную вещь, твои игроки, потому что, ну действительно так нельзя играть. Неужели 16-0? Ребят, 16-0, я не верю своим глазам, я просто в опупении сейчас сижу. Лампа, наконец я нашел. А косяк, извините, через и пишется. Yes, я тебя все-таки на этом поймал. Не буду дальше троллить. На самом деле понимаю, как вам сейчас плохо, ужасно. Вы на самом деле столько много матчей выиграли, затащили, и тут вдруг просто, ну 16-0, ребят, я не знаю. Да. Да. Ребят, вам предстоит еще матч за третье место. Вы уже тогда, мне кажется, вы должны сейчас оба пойти нафиг отдохнуть и дать ЗТВ и Мазиле просто затащить матч за третье место. Я считаю, что должны. L5D, ты знаешь, забавно, ты сейчас пишешь, сделайте кап 2x2 им. У нас как раз таки проводится кап 2x2 АИМ. Вот. И я считаю, смайл с лампы должны сейчас отдохнуть. Это минус мораль.
И Mozilla должен сыграть за ТВ. Мое личное мнение, я не ваш тренер, но вы должны это сделать. А на этом все, пока что я прервусь и продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Последнюю финальную игру мы посмотрим обязательно.